С начала года на территории курорта зарегистрировано 148 локальных пожаров. В большинстве случаев горит сухая трава. В связи с этим с 1 мая в городе введен противопожарный режим. Сжигать мусор на придомовой территории или в лесополосе категорически запрещено. За это предусмотрен серьезный штраф. Руководители предприятий на своих объектах проводят ряд мероприятий, направленных на предотвращение пожаров. Однако в ходе мониторинга была выявлена масса нарушений. Для того, чтобы не допустить возникновения пожара на своей территории, каждый руководитель своего предприятия обязан выполнить ряд организационно-технических мероприятий, направленных на недопущение возгорания сухой травы, мусора и так далее. Соответственно, мусор должен быть убран, валежник должен быть тоже убран. В зоне особого внимания объекты социальной сферы. Сейчас в детских садах и школах курорта завершаются ремонтно-отделочные работы. При этом пристальное внимание уделяется наличию в учреждениях систем пожаротушения. В случае возникновения внештатной ситуации оборудование должно быть исправным. А сотрудники обязаны знать правила поведения при пожаре, подчеркнул первый заместитель главы города Мукдин Чермит. Принять все меры для того, чтобы в случае чего работали пожарные гидранты. Потому что часто и густо то ручки нет, то шланга нет, то мыши прогрызли, мы туда не заглядывали 10 лет, то еще что-нибудь. Я думаю, что наши службы должны сработать по максимуму, грамотно. В последние дни температура воздуха на курорте достигает критических отметок. В такой жаркий период необходимо усилить полив зеленых насаждений. От изнуряющего пекла растениям не хватает влаги. Если муниципальные скверы поливают ежедневно, то на других улицах, где зона ответственности находится в ведении частников или федеральных структур, эта процедура зачастую и вовсе отсутствует. В пример можно привести улицу Пасечная. Деревья здесь засыхают от жажды. Решить эту проблему можно путем привлечения дополнительной спецтехники. Надо усилить полив. Вот оставшиеся 2-3 недели максимально жаркой температуры надо использовать все наши доступные и недоступные средства для того, чтобы город был красивым, ухоженным, чистым. Все эти меры помогут сохранить зеленое убранство, которым так славится курорт, невзирая на жаркую погоду. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.